МВД по Бурятии провело служебную проверку по скандальному видео, которое с любопытством просматривает весь Рунет, а может и не только. Актовый зал Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ. Сидят сотрудники в форме, но что-то на этих кадрах нестандартно. Не находите? Выяснилось, это не просто стриптизерша, а подарок ко дню защитника Отечества. Но понравилось почему-то не всем. Сообщается, кого-то в результате этого выступления лишили погон. По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания, отдела полиции номер 2, управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавший это выступление, уволен из органов внутренних дел. За низкий уровень воспитательной работы объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии заместителю начальника управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику управления МВД России по городу Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции номер 2, управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю.